Меня зовут Дезмонд Майлз, я военнопленный. Это война, о которой я ничего не знал. Ее ведут те, кого я считал давно исчезнувшими. Тамплиеры и ассасины. Анимус показал мне истину. Я столько видел, столько пережил. Тысячи лет истории текли по моим жилам. И все благодаря этой машине. Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Эдема. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться с ними в одиночку. Может, это и не нужно. Я встретил одну девушку, Люси. Кажется, она на моей стороне. Сейчас ее нет. Ее увел этот гад, Уоррен Видик, и его хозяева-тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной, я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Нам пора. Люси, где ты была? Почему они... Пошли. Залезай. Откуда кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10, пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в Анимус. Ладно. Любовь моя, ми диспьячо. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Дай его мне. Джованни. Шш, любовь моя, все будет хорошо. Tu sei un auditore, sei un combattente. Perciò, combatti. Послушайте, вот эта глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Эцио. Эцио аудиторе де Ференце. Вставай, идем. Минутку. У нас нет времени, Дезмонд. Надо идти. Что, насовсем сваливаем, да?
Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дизайнеры. За мной. Эй, вам нельзя заходить сюда. Откройте дверь! Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю, в лабораторию проникли посторонние. Идем, Дезмонд. Стеклянные идем. Стены. Мило. Протирай. Вот они! Не дай ему уйти! Черт! Ты только посмотри на это. А как же камеры? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант. Да, все так говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Осторожно. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. Это что, Анимус? Подожди. Не отставай. Что за... И сколько их тут? Не отставай. Это анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? Люси, зачем им столько? Дезмонд, заткнись, мать твою. Пожалуйста. Черт, я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Стой. Черт. Давай же. Как ты это сделал? Я не знаю. Идем. Не одно, так другое. Кто был там в Анимусе? Объект 16? Эцио, Ауди... Ауди кто-то? Мы ошиблись. Поэтому надо выбираться. Опасность исходит не от Видика и тамплиеров. О чем ты? Расскажу, когда приедем. Куда? Залезай. Шутишь? Для твоего же блага. Почти прибыли. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Сюда. Я в восторге. Так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерга заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины...
Они сделают все, что в их силах, но... Что? Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я? Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерга просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерга. Спасибо. Люси, у тебя получилось. О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно. Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый объект 17. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения. Я Шон Гастингс, а это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно! С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Эй, Дезмонд, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочусь о малышке. Поддерживаю ее в рабочем состоянии. Малышка? Ты об анимусе? Я предпочитаю называть ее Анимус 2.0. Так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерга. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. Пока ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут. Если заметишь что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя и извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет, я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. Так как это работает? Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было?
Шон! Ну? Вот так. Insieme per la vittoria! Insieme! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо. Знаете, что привело нас сюда? Честь. Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьери! Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паци действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Убейте его!